Селето ГУС Багайского района готовят к сдаче среднюю школу. Здание прежнее, деревянное, пришло в негодность. Новое сможет принять 130 детей. Открыть учебное заведение планируют к началу учебного года. Сейчас идут внутренние работы, используют самые современные материалы. Подрядчик на этом объекте – тобольское предприятие. Сейчас там трудится около 40 человек. Параллельно начали благоустройство территории. Беговые все спортплощадки идет мастер-файбер, покрытие специальное, асфальтные дороги. А тротуары все брусчаткой, забор уже ставится. Вот он кованый. Там уже мы с той стороны, получается, с южной стороны начинаем строить. Забор уже стоит. И вот лежит остатки забора. Выставят до конца следующей недели, весь забор по периметру стоять будет.